Всем привет, с вами Крошик Дэй, и сегодня мы будем открывать, можно сказать, загадочную посылку, потому что ни я, ни папа не знаем, что там. С Алиэкспресс, давай уже откроем. О, Крош, смотри, сколько няшек. У меня такое ощущение, что это, знаешь, чувствуешь по запаху? Это точно кей-поп, что ли? Давай ты первый. Давай с маленького. Давай с маленького. Идем от меньшего к большему. Это картишки, одни мне, тебе. Вторые тебе. Две упаковки карточек. Подожди, что это? Это Stray Kids. Это Stray Kids? Это две одинаковых упаковки карт. Это из альбома. Они абсолютно одинаковые, давайте, да? Давайте одну откроем, давайте. Ну да, уже ж как бы есть, ну, да. Вторая. Так что давай просто одну откроем, посмотрим, что там интересного. Это, наверное, будет долгая распаковка. Ну, не знаю, зато. Она помялась. Время летит быстро, когда все прикольно и классно. Так, давайте. Открываем. Крошик. Воу. Боже, какие красоточки сразу. Дракон, смотрите, это дракон. Прям, это прям как официальная карточка у нее сзади. Дракон, это символ Китая же, да? Или Кореи тоже, да? Вроде бы, да. Вот это мой биасик. Да, это уже Лино. Так, вот Синмин, Аен. В общем, очень классные карточки. Крош, а на ощупь скажи, какие там качества самые... Можно мне? Ну почему? Отдам тебе. Что, боишься мне отдавать, что ли? Так, прямо жадность возникла такие карточки увидеть. Так. Боже. Так, смотрите, качественная очень фотография. Ой, Хёнджинг, какой красивый. Довольно-таки тоненькая, но приятно. Это приятно, на ощупь это трогаешь. Это самый лучший человек из Stray Kids. Это оригинальные карточки, да? Это оригинальные, но не официальные. Ага. Потому что они не из альбома. Ну что? Боже, смотрите, какая следующая распаковываем. Я ее просто везде искала. Везде. На всех кей-поп-шопах. В общем, где можно. Так, следующая. Давай к следующей. Так, убираем вот эту. Давайте, да, убираем. Пока есть. Все, вот эту вот карточку оставлю здесь, потому что я ее очень долго искала. Так, давайте вот так, да? Давайте я помогу разорвать так. Так. Это... Подождите, это что? Что это? Это протекторы, боже. Вау! Боже, что за протекторы, Крош? Стоп, что это? Не знаю. Это не протекторы. Это наклейка какая-то. Нет, это протекторы. Вау, это все-таки протекторы. Это и есть протектор? Да, да, для да. Карточки? Чтоб лучше карточка сохранялась. Да. И немножечко стразиков накидали, да? Самый просто... Все, эта карточка у меня будет стоять в подстаканнике. Вот такие вот протекторы приехали. Крош, ты поделишься со мной? Конечно. Я хотел бы пару карточек себе в машине конечно, вот так вот на торпеду приклеить, конечно, на суперклей. Следующий. Так давай я следующий открою. Давай, пожалуйста. Давай. Так, следующий у нас по возрастанию. Сначала маленькие, потом большие. Да. Так. Так, это что? Это... Это... Это вторая упаковка протекторов, только других. Вау, Крош. Это упаковка протекторов чисто прозрачная. А вы знаете, что у Крошка они есть более плотные. Магазин кей-поп, конечно, да? Конечно. У тебя на Инстаграме, да? Да-да, Vibe Kpop Shop. И мы будем такие вещи там продавать. Смотри, так что заходите по ссылочке в описании. Сравни. Прикольно, здесь смотри, со звездочками. Попробуй по плотности. По плотности. Они достаточно плотные. Значит, смотрите, здесь... Ну, как получается, как клеенка такая тоненькая. Да. Ну, вот она в два раза тоньше. Но вот. Здесь есть. Смотрите, какой Чанмин красивый. Да. А вот эта пленочка более плотнее. Да. Прозрачная тоже. Обе качественные. Короче, каждая хороша по-своему. Да. Крошечка, ну что, следующий. Я? Давай ты. Давай. Подожди. Нет, следуй... вот... А, да, мы пропустили да, еще такие сюда, небольшие. Да. Так, давай ножницы. А ты знаешь, без ножниц хорошо отрывается. Смотри, берешь и вот так вот брешь. Не надо. Интрига это, ну, мне больше вот так нравится. Так, и это что, подожди? Что это у нас? А ну-ка. Так, подождите, это... Так. Чич? Подождите. Или Чонг? Это что, официальная карта? Это официальная карта, что? Это официальная карта с мейдерами. Cards.
Это официальные карты. Вы они смотрите, более какие... плотные, да? Да, и края такие более заглаженные, вот такие качественные, вот такие вот на ощупь. Это официальные карточки. Вот здесь, смотрите, по-корейскому написано. Что здесь написано? Я не знаю. Да, да, я не знаю. Самый лучший лидер, да. Bye. Я поняла, сзади их автографы. У каждого авто. Это он, давайте он... Сунмина каждый посмотрим. Каждый подписал, мне просто распечатали. Вот, видите, собачка нарисована. Да, это Сунмин. Официальная карточка Сунмина. Bye. Очень круто. Ну а теперь моя очередь. Интересно, что здесь все-таки такое? Тоже все, что у нас по теме кей-попа. Знаешь, я думаю, этот ролик стоит назвать супер кей-поп. Распаковка с Алиэкспресса. Да, давайте. Точно, это все, название ролика уже есть. Это что, было Лено? Лено где? Я не знаю, крошек. Лено, где Лено? Подожди, это что? Это то, что я думаю? Это что, чехол Stray Kids? Это чехол Stray Kids на твой iPhone. Это чехол высший пилотаж. С Алиэкспресс. Да. Спасибо Алиэкспресс и мамочке, которая... Это все заказала. Заказывала через Алиэкспресс. Давайте вот это вот откроем. Знаете, я вам скажу... Это моя мечта. Очень папа? Качественный чехол. Он это плотный. Это биндер. Крош, он плотный. Папа, это биндер. Вау. Да. То, что ты хотела, да? Да, все, сейчас быстренько положим туда официальную карту. Ну, а по чехлу я все скажу. Вот на ощупь, вот здесь вот так мягенько, как прорезинено, вот знаете, как бы, но плотные края, то есть чувствуется, что качественно. И здесь тоже резина, это надолго хватит этого чехла, а посередине глянец такой, вот как пластик такой. Смотрите. Как стеклышко. Короче, классный чехол. А что здесь написано? My world, my space. Space? Ну да. Space, странно. Помню. А здесь что написано, Крош? Здесь, all inside. It's mine, it's my world. Все на выход. Ну, в общем, это, да. Это мое. Все на выход, это мое. Это мой мир. Да. Ничего давай себе. Вот смотри, я уже Лено сюда вот положила. Очень круто. Блокнотик, как называется, биндер, это да? Это биндер, да. Чувствуется с таким passion, с чувством написано. Авторские вот... Именно замашки, настоящие авторские замашки. Вот и чувствуется как бы Крош. Феликс. Ну, очень-очень круто. Но у нас есть еще одна посылочка с Алиэкспресс. И ее распаковываю я. Нет, конечно же, Кроши. Давай. Ну, чего мне вообще нравится. Закажешь мне тоже такое? Конечно. Это... Вау, что-то только что вылетело. Вот наклеечки. Вот. Так. Потом вот такие вот глянцевые листочки. Короче, и второй биндер. Кучу биндеров. Все, что карточки сохраняли первозданный вид долгие годы. Если, да, главное, чтобы они были в тренде за эти годы. Да, давайте положим их. Вау, очень круто. Вы знаете, даже... Даже если выйдут Stray Kids из моды, другую группу можно тоже вот сюда вот. И даже фотографии свои распечатать, какой-то там про фотоцентр или еще что-то там, размер заказать, свои фоточки поставить, правильно, да? Да. Когда это все поменяется, то есть время как бы идет и что-то выходит из моды. Вау, прям, слушай, как настоящие доки, документы, да? И мы еще забыли открыть одну посылочку. Как это так вот могло произойти, да. Крошек? Что да, здесь? Да. Я думаю, я что-то интересненькое. Я может, другое что-то, да? Ну, бля. С виду как будто бы карточки. Ну, да. Давай я помогу. Давай ты одну сторону тянешь, я другую. Дай папе он откроет. Дай ножницы. Или нет, подожди. Давай так. Тяжело? Да, мне кажется, что-то тут вообще ништяковое. Подожди. Это набор наклеек. Набор наклеек. Вау, Крошек, дашь мне 10 наклеек, я себе на машину наклею. Вот, давайте первые. Они, как я понимаю, тачка кей-поп будет. Stray Kids, как я понимаю. Да. Вот такие вот карточки. Ой, боже, карточки. Наклейки. Вот такие вот. Очень классные. Они такие матовые. То есть мне хлянск. Я, боже,
Это будет моя самая любимая наклейка. Вот такие вот наклеечки. Даже мультяшные есть, да? Да. Я охотилась за этой наклейкой. Да. Крош. Да. Классный вообще набор с Алиэкспресс. Мне нравится. Ребят, кому нравится, поставьте лайкосики. Да. Мы для вас старались. Да. А с вами был Крошик Дэй. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. И пропускайте наши новые видео. Всем пока. Всем пока.